Идет начало встречи, спортсменки борются на краю рабочей зоны. Сейчас вот опасное движение, но на грани фола, потому что что-то у нас агрессивно настроена спортсменка, представительница Северо-Кавказа, вот. Очень агрессивно. Ну, ей объявляют замечание Шида за неведение борьбы. Хотя думаю, что я бы еще подождал бы с этим, потому что пока еще. Вот сейчас она сделала хорошую технику подхватом и заработала оценку Юка. Пытается делать болевой прием представитель центра, но безуспешно. Я думаю, что должна быть оценка. В Азаре должна быть оценка, как в Азаре минимум. Была атака, контратака. Сейчас посовещаются боковые, да, в Азаре. Вот. Ну, со стороны рефери, может, было плохо видно, но напротив, с нашей стороны, со стороны боковых судей, я сижу с ними в один ряд, как бы... Было явно видно, что оценка есть, оценка в Азаре. Вот. Сейчас, если бы в этот момент она коснулась бы головой спортсменки, то дали бы пон. Тут перекат был по спине, а если был перекат голова, ноги, была бы дугообразная ситуация, бридж, как говорят, за границей, то вот это оценил как ипон. Сейчас было опасное движение, похожее на ваги гатами. Так нельзя атаковать. Ну, судьям виднее. Это опасное, очень опасное движение, на грани фола было. Если бы чуть-чуть, если она даже просимулировать эту ситуацию, то непонятно еще, какое решение могли бы вынести судьи. Тут явно видно было, что... Ну, на табло оценка в Азаре на Юка. Встреча идет представительница Центрального федерального округа Владимирской области. Ну, этот дзюдо тут до последней секунды все может, все
как бы измениться в другую сторону. Вот сейчас, если бы она скинут, ну, просто надо элементарно скинуть ногу и продолжить. Ну вот, не успела. Могла бы удержать и выиграть встречу. Остается 16 секунд до конца встречи. Я думаю, что все. Нули на табло. Встреча до заканчивается. И заканчивается победой представительницы Владимирской области. Хрипунова Анастасия стала победительницей этой встречи.